Многие западный мир называют мир искусственных улыбок. Я жил много лет на Западе. Я могу сказать, что вот этот вот мир, на первый взгляд, искусственных улыбок, он не совсем соответствует своему стереотипу. Мне кажется, что все-таки этот мир построен на принципе «не вредить». И после нашей вот российской реальности, действительности, которая находится, ну, можно сказать, еще в развивающемся состоянии, тот мир просто сшибает с ног, когда вот неожиданно водопроводчик, приходящий починить засорившуюся трубу в ванной под Крисмас, под Рождество, обнаруживает мою супругу, там, ну, у нас съемная квартира была, условно говоря, но мы там ни мебели специально не покупали, потому что там, ну, месяц, ну, два еще пожить. Это был Лос-Анджелес. И он обнаруживает, что в квартире нет мебели толком, елки, куча детей, муж, я в Москве, а она там одна. Он, не спрашивая ни слова, не говоря, на следующий день стучится в дверь, дети, мама, мама, дядя, дядя, она что за дядя? Открывает дверь, тут водопроводчик стоит с огромной елкой, с огромными пакетами. Пакеты перевязаны ленточками, это сыну, там железная дорога, детям какие-то зайцы, какие-то кролики, мне, for your husband, то есть для вашего мужа, туалетная вода, гирлянды. Вот как объяснить? Это вот эволюционировала вот эта вот первая зачаточная проблема, которая называется «не навреди». Не делайте никому зла. И через какое-то время, через, может быть, 10 лет, через 20 лет, мы начнем делать друг другу добро, бескорыстное. Вот я считаю, вот это вот очень важная вещь.